театре «Наш дом» царит праздничная атмосфера. Десятки представительниц прекрасного пола встречают под звучание саксофона и дарят им цветы. В преддверии Международного женского дня на праздничный концерт пригласили представительниц разных профессий, которые успешно трудятся на благо городского округа. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил женщин с праздником. Пусть у вас сбудутся самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас всех счастливыми. Особым образом я отношу эти пожелания семьям участников специальной военной операции и женщинам, которые служат в рядах вооруженных сил и обеспечивают работу тыла. Низкий вам поклон за вашу мудрость, терпение и невероятную силу воли. С праздником вас, дорогие наши любимые! С 8 марта! Поздравлением присоединился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Всем нашим женщинам я хочу пожелать здоровья, мирного неба над головой, успехов во всех ваших начинаниях, поддержки мужчин, чтобы ваши родные и близкие не только в период 8 марта или не только в марте, но и всегда находили время для теплых слов. С праздником, дорогие наши женщины! В этот день для женщин подготовили большую концертную программу. Творческие коллективы и солисты исполняли композиции, посвященные представительницам прекрасного пола. Ну а, пожалуй, самым приятным и неожиданным сюрпризом стало выступление Стаса Пьехи. В свою очередь я также присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня прозвучали и от главы городского округа Химки, от председателя Совета депутатов, а также от артиста Стаса Пьехи. Я думаю, что сегодня все женщины просто счастливы. Концерт прошел на ура. Я также поздравляю всех женщин с праздником весны, с праздником красоты, доброты, тепла и, конечно же, улыбок. Сегодня я хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые звучали со сцены. Мы поздравляли семьи участников СВО, мы поздравляли матерей, жен и, конечно же, всем желаю счастья, здоровья. Добавим, что день 8 марта стал официальным праздником в России в 1919 году. В дни праздничных выходных в Химках проведут десятки мероприятий во всех микрорайонах округа. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.